Всем доброе утро. Вот пытаемся сейчас еще волка одного взять. Так, где-то с компанией 5 было добыто. Один подранок, похоже, сдох. И один еще шатается по лесу, какой-то откуда взялся. Вот тут сейчас. Он в этом квартале остался. Объехали его. Сейчас будем пробовать брать. Так, жара там стоят. По канате, по следам встанем где-то по тропам, из кабани тропы, да, и вон всего ждать, может, что-нибудь получится. Погодка, конечно, идеальная, красивая. Тут сижу, тропа какая-то, тоже нашел тропу себе, выбрал, и будем все ждать, может, что-нибудь как-нибудь. Ладно, все. Все, пока все номера, загонщики ушли. Сейчас пока должны с выстрелом, может, поднять, а может, ну, думаю, что наверняка с выстрелом попробовать поднять его, направить туда шумом. Ладно, сидим, ждем, соблюдаем тишину. То сказать, опять гармонь надо взять. Гармонь сегодня не взяли с собой, ну, покричать можем. Ладно, ждем. Сидим уже очень долго, что камеру включил, какая вот шумишь. Была серия выстрелов, штуки 4, но не меньше, за подряд, где-то с той стороны он. Думаю, на кого-то волк набежал. Зря 4 выстрела, ну не меньше 4, 4 или 5 даже выстрела было. Уже все замерзли, конечно, сидим очень долго. Так что будем ждать результатов. Может, что-то у нас есть. Стадо кабанов вышло. Не вижу. Где? Номер сидит. Здесь номеров снимается, значит, какой-то результат есть. Может, что-то даже интересного.
Все, приехали домой. Флажки сняли. Снег пошел вот. Так что волка добыть не дошло, не пришлось. Убежал. Один, похоже, сдох. Подранок не нашли. На флажке не показалось ничего. Вот так вот. Так что ладно, всем пока. Ждем новую охоту. Когда соберутся волки, 2-3, где-нибудь 4-5, тогда поедем снова на охоту. А так из-за одного где-то шарахаться по лесу, а то шугаете его, может что-то ей. Ладно, всем пока, до новых встреч. До свидания.